Умерла Анастасия Заворотнюк. Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни. 53-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, много лет боровшаяся с раком головного мозга, скончалась в ночь на 30 мая. Об этом сообщается на странице ее личного блога ВКонтакте. Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя, уточняется в сообщении. Данную информацию также подтвердил в беседе с РЕН-ТВ концертный директор актрисы Стас Христов. «Больше никаких комментариев», — сообщил он. «Вчерашней ночью нам позвонили и сказали, что тебя больше нет. Мам, ты самое лучшее, что у меня было. Я очень горжусь тем, что я твоя дочь. Я всегда буду любить и помнить тебя такой счастливой, любящей и невероятной», написала дочь Заворотнюк Анна на странице в Инстаграм. Время и место прощания пока неизвестно. Анастасия Заворотнюк – российская актриса театра и кино, телеведущая. Родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. Широкую известность артистке принесла роль в сериале «Моя прекрасная няня». В 2006 году получила звание заслуженной артистки РФ. «Приносим свои искренние соболезнования», —